Поистине народный праздник отметили в Иванове 2 августа. Поздравить военнослужащих приехал глава региона Станислав Воскресенский. В день воздушно-десантных войск ветераны и служащие возложили цветы к памятнику генералу Маргелову, легенде ВДВ. За свою недолгую историю, 89 лет, воздушно-десантные войска на деле показали, что они способны, готовы отставить интересы, национальные интересы Российской Федерации в любых условиях обстановки. И сегодня наши родные любимые войска оснащаются современными перспективными образцами вооружения военной техники и на деле доказывают, что мы готовы выполнить любую задачу в любых условиях, еще раз повторюсь, обстановки. Для Иванова день ВДВ – праздник особый. В городе дислоцируется 98-я воздушно-десантная дивизия. Ветераны службы поздравили молодых коллег и напомнили, что голубые береты не имеют права запятнать честь и достоинство. Многие ветераны десятки лет отдали службе воздушно-десантным войскам. У нас есть ветераны, которые по 40 лет служили в воздушно-десантных войсках. Это, считайте, пол срока, что... всего воздушно-десантным войскам. Военнослужащие говорят, что ВДВ – это не просто работа. За годы службы юноши становятся настоящими мужчинами и никогда не забывают о боевом братстве. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.